Город Маркарт в игре Skyrim. И сейчас мы узнаем, сколько можно вынести каджитикам с этого города, украсть, обокрасть весь город на самом первом уровне. Но всегда есть условия. Мы берем только более-менее дорогие вещи. Ну не будем же мы брать по 2, по 3, по 5 копеек, 40, 50 и выше. Также обворовываем всех. Из камня у меня камень вора, который позволяет быстрее качать скрытности кармашкам. Также я поспал в таверне и взял бонус, хорошо отдохнувший. Все навыки на 10% того 30-очка у нас для вора. Для вора и каджиты. Это лучшие воришки с первых уровней. Почему? Потому что у них скрытность больше всего. 25. Сразу. Взлом 20-очка. И кармашечки 20-очка. Ай. Ночь. Денег вообще нету. А, 10 есть. 10, ну ладно. И признаюсь честно, Маркарт, вот лично для меня, это тот город, который вот сложнее всего было запомнить. Не знаю, это мне. Это лично мне. Куда бежать, как добраться до этого замка. Но все на самом-то деле легко и просто. Друзья, меня зовут Иван, это мой канал Мистер Кэт, конечно же. И давай в первую очередь зайдем вот сюда. Да. Тут есть чем поживиться, судя по метке. Здрасте. Я просто покакать. Угу, понял. Сохраняемся. Отмычек 19 немного. И давай. Давай. Всегда сохраняйтесь перед взломом, потому что неизвестно, сколько отмычек можно там оставить. Вот вы чувствуете этот запах? Кто-то тут напередел. Шучу. На самом-то деле это комната, это дом. И владеет им людоедка. Да. Потом мы это узнаем. Но мне вот интересно, а можно как-то это понять, просто обшарив этот дом? Вот я, наверное, меньше всего в Маркарте облазивал все дома, вот меньше всего. Мне сейчас больше всего интересно, что же тут можно найти. Вот дом людоедки. Она как-то палится или нет? Так, давай сохранюсь. Или у нее все чистенько, легальненько, в комодиках. Все нормально, как и у всех. Мисочки, тряпочки. Я думал, там бриллиантик. Нет, Ваня. Дешевая еда. Какой-то хлам. Ничего ценного. Это точно магазин? Обычно, знаете, я уже обокрал White Run, Solitude и Винхельм. Если магазин, это о-го-го-го! А тут что-то вообще. Ну, это барахольчик, да? Так что кодекс молоката подсчитывает. О, танец в огне. Это красноречие. Конечно. И заберу. Заберу. Книжка дорогая, можно продать. Да, и продадим. И все? Только книга? Так, не спеша, друзья. А, сейф. Вот это вот уже хорошо. Книжечка плюс сейф. Да, 69. Не спеша. А, грубо это типа вытяжка, да? Хромает немножечко, ну ладно. Так, стоп. Тут никого нет. Никто не спит. Никто не ест.
Ух ты. Гномы. Ну, конечно. Тоже тут почитывать. 9 Блэкхоркера. Пока очень-очень-очень скудно. Очень мало. Но. Каплок. И медленно. Скрытность не прокачана. Пока вы на 2 перка не прокачали скрытность, нужно очень медленно подбираться. Очень-очень. Ну, дом как дом, да. Ничего не выдает, что... Он, наверное, спит так, чтобы она его не съела. Вот это вот единственное, что выдает, да? Да-да-да-да-да. Да, шучу. Так, ладно. И есть охранка. Да. Один маленький любопытный момент, друзья. Вещи... О, это можно забрать. Рандомные. У многих жителей Скайрима с зачарованием. Тут нет уж, знаете, что именно у Лизбет будет что-то с зачарованием. Не-не-не-не. Они как-то рандомно разбрасываются по всем. По всем, по всем. Чтобы вам было более интересно искать нужную вещь. С зачарованием. Но тут не повезло. Ладно. В первую очередь, конечно же, только запас сил и карманные кражи. Проще было. Намного проще. И уходим. Уходим. Так себе магазин, да? Вообще так себе. Книга навыков. Чуть-чуть денежек. Пойдем дальше. Чтобы это было... Не, в таверну давайте более прокачанным пойдем. Чтобы скрытность была повыше. Ой. Ой-ой-ой. Так ты ничего не знаешь об этом доме? Нет. Ну, не думаю, что мы там что-то украдем. Там очень мало. И там квестовое. Не-не-не, такое не беру. Такое не-не-не. А вот наверху... Дальше мы разберемся. Иди своей дорогой. Да, видимо, столько же будет. Как и в магазине. Но! Всегда интересно. А, да-да-да-да-да. Это тут мы находим талисман. Талисман Талоса. И да? Нет, это соль. В корзине ничего. Медленно, медленно, медленно. Голова сверху как упадет. О, скрытность, хорошо. И опять же. Опять кармашки. Охраняемся. Маленький. Побольше. Песнь о пеленале. Няшки возьму. Буду похрумтывать, переходя в другой дом. Огмунд! Так, что-нибудь с зачарованием? Ничего. Вообще ничего. Так-так. Ну-ка, ну-ка. Изи! Типа ящик Азуры. Большой мешок. Нам, ну, парочку. 6. Ну, 6. Ну, 6, серьезно. Вот тут как будто много всего, да? Вот стальной боевой топор. Он весит 12, стоит 55. Ну, вообще же невыгодно. Вообще, ну, возьму. Возьму. Когда нет ничего, нужно брать. Опять Блэкхоркера. Просто хлам, да? Железные перчатки. Мясо. Блин, он только завоняться может. Это ж не холодильник. Он, видимо, бард
лютня валяется. Иногда поигрывает. Или он тот человек, который не умеет играть, но у него всегда есть гитара, да? Да, есть такие. И она или висит, прям на виду, чтобы все видели. А, это музыкант, оно сыграет. А, я не умею. Бывает. Бывает. Так, я скоро буду не доверять меткам гильдии воров. Это означает, что типа есть чем поживиться, но... Разберутся они, ага, конечно. Так, давай подряд, а? А давай. Дом Эндона. Опять меня видят. Блин, а стража тут прям хорошо так ходит. Во, нет. Это серьезно? Неужели женщине нельзя побыть наедине с собой? Оставь меня. Во дела. А сколько времени? Так, погоди, не то. Три часа ночи. Дальше мы разберем. Они уже не спят. Ладно, давайте зайдем чуть попозже. Это наш в будущем дом. А это... Ой, ну на Непуса они никогда не спят. Не-не-не-не-не, он даже не закрытый. Он же квестовый. Тут я даже не знаю. Прошу прощения, что тебе здесь нужно? Да я хочу просто все обворовать. Я к Непусу. Нам не сообщили о твоем визите, а старику нужен отдых. Приходи в другое время. Ну, давайте попробуем... Этот дом чуть позже. Чуточка позже. Когда сильнее. Намного сильнее прокачаемся. Ну, стой. Получается, что? Туда я не смог зайти. Сокровищница. А тут? Что-то получится? Я работаю на Серебряную Кровь. Помогаю с уборкой. Вижу драгоценности, но, как видите, ничего не выйдет. Хотя, можно чуть-чуть тут поживиться. Давайте все-таки немножечко в скрытность. Чуть-чуть. Самую малость. И? Ага. Давай я тебя. Пока все идет. Гладко. Ой, иллюзия. Для мага иллюзии подойдет. Хорошо. Как качается, а? И кармашечки. Ночной вор, 25 к вероятному успеху. Хочу. Но как быть дальше, а? Как быть вот здесь? Меня слегка потеряли с виду, но потом опять же... Да, не хватает. Просто... А ключ-то я забрал? Это я от сейфа, наверное, забрал, да? Но не хватает скрытности. А если я сделаю по-хитрому? А если по-хитрому, то все прям... Серебро. Неудивительно, да, что в Маркарте серебряные слитки.
А нет, этого не-не-не, ты смотри-ка. Охотничий лук. Заперли в сейф. 50, ну заберу. Аметист. Гранат. 55 золота. Остальное не беру. И амулет Зенитара. Вот это хорошо. Цены выгоднее. Потом можно будет одеть, когда буду все продавать. Ряда. Раз. Два. Молодая. Кольцо малой хватки. Молодая. Атаки двуручным оружием наносят на 15 больше урона. Для двуручников. Хорошо. Но кольцо воришки не попадается, а? Донал, у тебя. Ничего. Но немножечко все же. Для прокачечки. Будет. Ты только скажи бабушке. Скажу. О, аметист. Ну, давай. Забасил. И вскрытность. Скрытность! Ключики. Помидорка. Ой-ой-ой-ой-ой! Кольцо малой скрытности! На 15%! Карманник! Блин. Карманник! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Это прям как еще один перк скрытности прокачать. Ну, практически. Очень круто, очень круто! Ловкие пальчики. Щипач. Кайф. Сразу же. Одеваем. Опа. И бабульку. Бабульку, конечно же, проверим. Да-да-да. И Эль. Заберу. И попробую с нашей скрытности пробраться вот сюда. Он не спит. Он, наверное, не даст мне возможности. Хотя... Повезло. Тонар. Дневник Тонара. Он, кстати, идет по квестам. Никому не сбежать Сидне. У него драгоценные камушки. И ключик заберу. И мед. И драгоценности. И два колечка. Какая прелесть. Так, вижу книгу. Пирог и бриллиант. Сундучочек. 4 Карл! Хотел двери закрыть, а их нету. И необычный камушек. Да, друзья, тут необычный камушек. Ванилочки вначале он ничего не добавляет, но зато потом... Он добавляет... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько... Так, ну что... Сокровищница, все. Все. Тут, знаете, такое более или менее. Получается, я пропустил один дом. Дай-ка угадай. И это... Кто-то украл твой сладкий рулет. Да-да-да-да-да-да-да, как это кстати. Эндона. Ну, теперь... Они что, вампиры все? Не спят ни хрена. Ну как? Как так работать-то? Даже дочь не спит. Что происходит?
Я знаю, что. Такие дома нужны днем. Да, они как раз на работе где-то ходят. Зашел и обворовал. А так, ну не вариант вообще. Сейчас по-любому хоть кто-то, но спалит меня. Ах ты, ах ты. Уже есть плюс, да? Уже. Хорошо, работаем. Так. Так. Давай-ка, наверное, скрытность. А, не могу скрытность, мне еще мало. Мало. Ладно. Если не в скрытность, то в ловкие пальчики еще. Упарюсь. Да-да. Вот и все. Тебе нельзя здесь находиться. Вот и все. Даже не думай. Вот и все, друзья. Ну, по крайней мере, немножечко я все же качнулся, да? В порядке? Так. Получается, здесь у нас Непус. И к Эндону лучше днем зайти. Хорошо, зайду днем. Пойдем смотреть, что дальше. А дальше получается все? Ну, как сказать, все. Гонец. Я тебя повсюду ищу. Тебе просили кое-что посмотреть. Ну, вроде все. Ладно, мне пора. Давай. Сокровищница. Так, друзья. Ну, тут получается все. Да. Так, немножечко. Совсем малость. Идем дальше. А дальше у нас... А что внизу? А, ну это ж дом. Ты что-нибудь знаешь об этом доме? Ничего не знаю. Все равно спасибо. Ничего. Пожалуйста. Единственное, куда можно зайти, это святилище Талоса, где... 150. Погоди. А чё он уже мёртвый? Эй, я ж даже квест не начинал. Я дневник почитал. Да. Видали, в чём фишка? Квест, ну да, я зашел, он сразу активировался, я просто дневник почитал и все. Сокровищница. Вот дела. И все. Приехали. Так, ну ладно. Ладно. Сторожевая башня вечером очень полезна тем... Я, кстати, недавно показывал, что я для себя лично открыл здесь два бонуса, которые можно получить. Первый это... Лед и хитин. Книга навыка. И сразу же второй. Это еще одна книга навыка о важности места. Стальная. Так. Не буду пока качать. Друзья. Из вещей тут разве что можно, ну, очень много тяжелого вынести. Это и стальная булава, и щит, и стальной шлемик, и стальной меч, и перчати, и булава, ох, инвентарь, и, конечно же, секира. А вот заберу. А все остальное я просто-напросто сейчас быстро всех обворую. Так, карманные 49. Запоминаю. Перегруз. И кармашки 55. 6 уровней. Шикарно. Так, давай запасил. И... Конечно же. Накладные кармашечки. И еще пальчики. Вот теперь могу побегать. Так, с этим все. Но у меня практически перегруз. Нужно, наверное, выложить. Все это добро. А вот и все. Сундук, который не обновляется.
Вайтране. Напомню, это дом Изольды. Находится он здесь. Вот здесь. Возвращаемся. Так. Жена работает. Муж и дочь на улице. А это значит... Я слежу за тобой, Каджит. Да-да, следи. Можно наконец-то зайти в этот дом и обворовать его. И никто не будет тебе мешать. И скрытностью... Эй, колечко с аметистом просто на столе. Нечасто я нахожу драгоценности просто на столах. Серебряная руда, заберу. Я обычно не беру такое, но заберу. Ртутной 50. Что еще? Ой-ой-ой-ой-ой! Теперь понятно, почему они днем. Ой, крутяк. Точнее, ночью не спят, они стерегут сокровища. Хорошо-то как. А тут еще. Иди к папочке. Сапфиром, гранатом. Круто. Очень круто. Меч. Солома и шкура мишки. Посуда? Не-не-не-не-не. Брать не буду. И последняя комната осталась. Что у нас тут? Тут есть книга, не навыка, вино. Немножечко монеточек. Бабочка. Ой-ой-ой. Сколько... Ой. Ну, конечно. Конечно, одеваю. Это что-то я долго его не мог найти. И крутейшая отсылочка на Пакмана, да? Да. Ам. Сиди голодный. И все. Все. Как говорится, не зря. Ну, что-то мне прям тянуло сюда. Прям тянуло. Так. Давайте ждем ночи. Так намного лучше. Намного. Тебе стоит заглянуть к орку под каменную крепость. Пусть выкует тебе новую броню. Загляну. Друзья. И получается... Мы уже практически везде что были. Знаешь об этом доме? Да. Что ж, все равно отстань! Пойдем. С этой стороны. И там был. Но! Получается, можно сейчас смело зайти к девочкам, да? Храм Дибеллы. Было попроще. Сестры общаются с Дибеллой. Их нельзя беспокоить. Давайте. Сестры общаются с Дибеллой. У нее заберем ключик. Их нельзя беспокоить. Тебе придется прийти в другой раз. Угу. Ну, конечно. Другой раз. Не-не-не-не-не-не-не. Забираем все. Ух ты, изменения. Колечко изменения. Немного сейчас. Два кольца с зачарованием? Не помню, чтобы такое было, но очень редко. Навык ношения легкой брони. Возьму бонус. Немного тут осмотримся. Посмотрим, есть ли что-то ценное. Ничего. И давай-ка. Прошу прощения. Храм Дибеллы закрыт. Для меня открыт. Открыт. Нужно что-то? Ой. Ну да, если кто-то с тобой говорит,
Ты перемещаешься, он перемещается вместе с тобой. Есть такая фича. Никто не спит. Все молятся. Ух ты, 830 с изумрудом. Это прям ого-го-го-го. Веди нас к Севилле. Но вряд ли я, наверное, кого-то тут обворую. А там как повезет. Опа. Это закрываем. И проходим сюда. Камни душ. Двемерский кинжал. Это квестовая статуя. Да-да-да-да-да. Ее просит украсть местный попрошайка. Но я заберу. И все-таки... А, смотри-ка, она меня заметила и такая, ну и что? Да? Ну, я воспользуюсь моментом. Вот. И прокачаю. Конечно, конечно, конечно. Надо еще два. А тут? А тут еще качайся. Еще один по скрытности. Гранат. Золото. Ключик-ключик. Ах ты. Ой, девочки. Амал. Боюсь, боюсь ее. Ой, сейчас она меня попалит. Давай. Как это рука? Вот и все. Вот и все. Ну, мне кажется, и самое главное мы стащили. Немножечко обворовали. В принципе, больше ничего нету. А вот теперь... Дорогие мои, давайте зайдем, уже будучи немножечко прокачанным, в плане скрытности. Не, не тут, блин, да тут на самом-то деле вообще понт зданий. Я, погоди, понт. Погоди, погоди, погоди. Там у нас башня, там я был. Ну, вроде все. Ладно, мне пора. Блин, вначале гонец просто задалбывает, да? Там и уровневые записки, там и разное другое. Вот куда. Таверна. Серебряная кровь. В таверне Серебряная кровь есть крепкая выпивка и чистые комнаты. Первым делом давайте обчистим комнаты. Посмотрим, что тут есть. И золото. Это новый квест Anniversary, конечно же. Сразу криптосердце. Новая броня Кайрока. Новая история с Хайрока. Там прикольная бронька. Но получить ее тоже не так-то просто. Особенно с первых уровней. Но можно, можно. Гранат золота. Ага, это ж людоед наш, да? Да, еще один людоед. Опять же никак не палится. Вообще никак. Разве что сырая говядина может быть не говядиной. Вот это да. Вот это прям точку. По-моему, самое откровенное платье в Скайриме, да, вот это вот. Гранатик. Дырочек. Заначка.
немного монет. И кольцо. Но скрытности. Скрытности не хватает, ребятки. Но зато ловкие пальцы. Давай качать. Давай качать. Немного еды. И все. Монетки. А, пусто, пусто, пусто. Сейф. Давненько, кстати, не было сейфов. Тут как будто их очень мало. 65. 18 монеточек всего лишь, а? Последняя комната. Это как раз-то комната имперки. Ну, той. Девочки, которую хотели убить. Постоянно что-то разведают. Узнают. Тут дневник всегда. Можно почитать его. И узнать много интересностей. Соловье. Правда или вымысел? Вымысел? Вымысел, Вань. Нужно что-то? Так, Рабби. Чисто качнуться. Маргарет. Она. У нее только ключ. Так, извини, это компаньон. Я никак не могу прийти в себя. В отличие от моего мужа Клиппа, я о гостях забочусь. Что ты там сказала, ядовитенькая моя? Ничего, рожа твоя свинячья. Ну, друзья, на этом тут все. А это значит, пора перебираться вот в это крыло. Что у нас здесь? Ну, самый крайний, наверное, нужно магазин сразу, да? Как тут вообще еще на этих камнях огородик сделали, не понимаю. Самый крайний магазин, вот он. Или не магазин? Давай-ка зайдем. Основатель плави... Это ж сюда, да, рекомендовал мне... Стражник, зайди. Хай орк тебе что-нибудь... выкует. Вот здесь, наверное, наковальня. Серебряные слитки. Ключ от второго шлюза. Второй шлюз. Что-то странное. Железный меч, пена. Пошел спать. Куры, медведя. Развернутый почему-то. Ладно, ладно. Еще раз серебро. Немного монет. И... гранатик вижу. Кармашечки. Качаемся. Угу. 65, друзья. 65. Теперь магазин. Давай-ка зайдем в магазинчик. Вот сюда. Ведьмина настойка. С
скрытность 30. О да. Ну что, о да. Броня сдает меньше шума. А я броню не ношу вообще. Так что ждем. У моря погоды. Она не спит. Да вы... Да серьезно? Бабка не спит ни хрена. Тут уже бежит. Ой-ой-ой-ой-ой. Руины. Ну, сюда никак не попаду. Это квестовая локация. Зал мертвых, там ничего. Только квест активируется. И что? Погодите. Да что получается? Я уже... Я тебя повсюду ищу. Все дома в Маркарте обошел? Ну, вроде все. Ладно, мне пора. Их вообще тут мало. Да. Да, друзья. А осталась под каменная крепость. Там был. Ну, только ведьмина настойка, да? И еще попробовать ее. Все-таки магазин. На что, уже открылась? Вряд ли. Ой-ой-ой. Пользуюсь моментом, пока она там что-то мечет. Бегом. Да иди ты к ней. Пользуйся моментом. Так. Да. Давай. Блин. Много драгоценностей, но все без зачарования. Это жалко, да? Все сметаю. Бегом сметаю. Книга навыка алхимия. Как хорошо. Зелья. Имуири. Давай-ка девочку тоже осмотрим. И сейф. Вот тянуло мне сюда. Прям тянуло. А не зря. 164 монеты. Золотой слиток. По-моему, самый богатый сейф из всех. Да-да. Ключик, мед. И кольцо с гранатом. Я, конечно, охренел от бонуса. Все, пропустил? Давай, забирай. Ты что? Да, сейчас прохожу Реквием. Глобальная модификация Скайрима. И там, друзья, колечко Муири просто для моего билда охрененные бонусы дает. Так, ну все. Все, дорогие мои, получается, остался только дворец. Как-то быстро, или мне показалось, что быстро. Не знаю. 5 часов утра. Говорят, стража рассвета возрождается. Это охотники на вампиров или что-то... Заходим. Тут, конечно, можно разогнаться неплохо, но... я ж не побегу сейчас проходить ту локацию, да? Там целый двемерский данж. Невероятный. Не. Разве что обчистим этих магов. Эльсельма. Что такое? Ее можно украсть. Ладно. Но он все равно не будет же принадлежать мне, этот двимерский крабик. Вряд ли. Кладкий рулетик. Кольцо магии у него.
А мне вот стало интересно. Вот мне попадаются кольца. И они уровневые, они с слабеньким бонусом. 15 до 20%. Но это и логично, потому что... Самое начало. А что будет, если взяться за города, будучи уже на 50 уровне? Может ли выпасть колечко? И бывают такие кольца, тоже чисто рандомные. Они на более высоких уровнях, где скрытность, например, на 40%, а? Или другой бонус, там, на 30 или на 40%. Или сопротивление стихиям, по-моему, 70%. Вот это вот очень-очень интересненько. Стало. Очень. Стой! Вход в музей Двемеров только с разрешения придворного мага. Понял. Понял. До встречи. Прикиньте, я сюда никогда в жизни не заходил. И никогда не садился на эту лавочку. Никогда. Вот, с первым разом тебе, Ваня, с первым разом. Не знаю почему. Было бы прикольно, если бы еще что-то нашел. А если обчистить весь музей? Блин, ну тут не такие дорогие вещи. Но, с другой стороны, можно неплохо кармашки, взлом прокачать, да? Раз. Два. Три. Перенки. На твоей совести преступление против Скайрима и его народа. Что ты можешь сказать в свою защиту? Не хочу. Ну реально сложно, там их много. Это прям... Да, там будут кое-какие двемерские. Щит, меч, но это того не стоит. Погнали лучше вот сюда. Ты хочешь увидеть ярла? Никаких резких движений, ясно? Клан Серебряная Кровь будет услышан. Будет. Будет. Уже услышан. Малого удара. Одноручным. Ух ты, и молодого кузнеца? Хорош. Так. Первым делом пойдем туда, где более безопасно. По воришкам. Не обращай внимания на собак. Они нервничают, если их не покормить. Угу. Собаки тут с приколом. Едят странное, стрёмное мясо. Как закинулся, а? Но тут только... Если тебе что-то нужно, обратись к Антону. Он главный повар. Уже обратился. Уже. Зайдем к ярлу. У него, по-моему, больше всего плюшек. Дверку давай, наверное, закрою. А уровни-то как? Ух ты. Друзья, вы можете красть экипированное оружие. Давай, Ванька, все заново. У каждого... Не, ну если опять же у каждого украсть оружие, то пару уровней, мне кажется, я прокачаю.
Ну зачем? Зачем, когда есть еще города? Тут тайничок у ярла. Как раз для меня. Денежки. Две мирские слитки, монеточки, сундучок, три золота. Серьезно? Видимо, дела не очень в Маркарте. Заначка на три монеты. Ну, тут и то лучше. Ой-ой-ой. Главное, те три монеты спрятаны в сундуке, а эти пять, да, с драгоценным просто в миске. Логика Скайрима, друзья. Логика Скайрима. И у ярла... Забота воина. Колдовство. Стальной меч. Не думаю, что нужно это брать. Пойдем в более опасное место. Это, конечно же, вот это вот крыло. Зайду сначала к орку. Проверю, что он там прячет. Особо. Ничего он не прячет. Гранат заныкал. И немного колечек. Мед. Отмычка. А в плане лута... Ну, броньку можно взять. Лем. Стальной. Так, знаете, немножечко забить инвентарь. Тяжелыми вещами. А тут давай поосторожнее. Может, могут и спросить за это крыло. Да, стража не разрешает тут находиться. Но мы... Мы можем зайти к этой Редгардочке. Полин. И лук, и меч. И вкусняхи. И ключи. Ой-ой-ой-ой-ой. Молодого рыцаря. Ношение тяжелой брони на 12. И книга. Тактика. Много-немного монет. Опять же, ключ. Хотя, знаете, ключи, которые вот мы находим. Вот, получше. Они настолько обесцениваются. Ну, когда ты можешь взломать любой замок, даже будучи непрокачанным. Вот если бы тут нужно было качать перк, как фолочи, вот это прям... Ого-го-го-го. Понял. Я спорить не буду. Это мне слишком много звенит краденого. Слишком много. Так, а кого ж еще можно тут, а? К эльфам зайдем. Но они слишком высокоуровневые. Они... Хотя... Можно. Можно. Даже нужно, да? Ну, тут не выйдет. Слишком палевно. Анделимар командует талмарцами в Маркарте. Поклонение Талосу строго запрещено. Тебе сюда вход закрыт. Да задолбал. Ну что, друзья? Ух ты.
На этом все. Получается, все самое необходимое я проверил и забрал. Давайте теперь выясним, сколько это все стоит. Отправляюсь в Ритон, вступаю в гильдию воров и продаю там все. Краденое. Бриньольф? Данила. Дай подумаю. Кто-то зовет мой товар мусором, но для меня это сокровище. Она тоже говорит эту фразу. Я уже все продал, итого 10 800. 10 800. Ну то есть смотрите, Вайтран, Виндхельм, Маркарт плюс-минус. Плюс-минус то же самое, да? И карманный 83 уровень. Ну то есть, это реально, да? Два города. Просто два города, даже полтора города, и кармашки вы прокачаете на сотню. Не надо никаких хитростей, зачем? Просто обойдите один город и еще половинку другого города, и все. Кармашки качаются нереально быстро. Ладно. И довольно просто. Это, конечно, не Solitude. Solitude пока самый-самый крутой. Но остался еще последний большой город. Как говорится, как обокрасть воров, да? Но это чуть позже. Всем гигантское спасибо за внимание. Подписывайтесь, поддержите видео и пока.